Главное – это бдительность. Антитеррористический комитет области обсудил главные аспекты противодействия терроризму. Основные опасения антитеррористических организаций вызывает информационная безопасность данных, пропаганда и незаконное финансирование терроризма, а также места скопления большого количества людей. В первую очередь жители области должны быть внимательны на территориях аэропортов, железнодорожных и автовокзалов. Вопросы транспортной безопасности также находятся под пристальным вниманием губернатора Тамбовской области. Эти вопросы они достаточно актуальны, и сами вы знаете, что территория области пересекает ряд важных транспортных артерий, железнодорожных, автомобильных. Эти вопросы как раз и изучаются и рассматриваются комиссией. Находясь на автовокзале, необходимо проявлять повышенную бдительность, обращать внимание на подозрительных лиц и посторонние предметы, оставленные без присмотра. При возникновении подозрений необходимо сразу обращаться в администрацию автовокзала и правоохранительные органы.